Дорогие друзья, начнем с того, что в этом видео вы услышите о финале и каким он, вероятно, будет. Эта информация согреет нам душу. А перед тем, как прослушать, подпишитесь и поставьте лайк. Будем ждать вашего мнения в комментариях. Нам всем уже надоело повторение одних и тех же проблем в сериале, а еще более надоело, что Сэхер всегда грозит опасностью. А актеров становится все больше, и наша пара постоянно от этого страдает, не говоря, что чувствует маленький мальчик Юсуф. Так, известно стало, что сценарий все же сойдет в один финал, в котором мы с вами увидим, что Джанан и Зухаль все же начнут жить отдельно и зарабатывать на себя, потому что их тайны будут обнаружены. Но наша пара не хочет нарушать свою карму и не будут их наказывать, а просто попросят покинуть место жительства и уходить чем дальше от дома, или им их злодеяния не сойдут с рук. Так вот, Джанан и Зухаль все же решат, что лучше быть на свободе. Что касается того, братья ли Али и Яман. Да, история долго развивалась, но на самом деле эти два парня являются братьями. Нравится им это или нет. Сэхер все же беременна, и у них с Яманом появится маленький детеныш, которому они на все 100 готовы. Юсуф этой новости радуется не меньше нашей пары. Но то, кто именно у них родится, мы, к сожалению, не узнаем. Хотя есть догадки, что это девочка. Многие задаются вопросом, будут ли вместе Яман и Сэхер. Конечно, мне кажется, что большинство из вас об этом знали и сериал смотреть и дальше не хотели. Но нужно учитывать, что режиссер и сценарист эти новости могут менять на свой манер и подстраивать для последующего сезона. А мы благодарим именно вас, нашего зрителя, за просмотр. Желаем мира над головой и родных рядом. Слава Украине! Героям слава! Ждем от вас комментарий и подписку. Какой сериал будем разбирать дальше?